Привет, дорогие друзья из солнечной Алании, и добро пожаловать в магазин ювелирных изделий Stephanie Diamond. Вы знаете многие об этом магазине, многие из вас здесь были, поэтому приглашаем вас еще раз, и сегодня покажем вам скидки и изделия нового сезона. Дорогие друзья, давайте теперь пройдем в магазин и посмотрим, что же есть в этом сезоне интересного. Здравствуйте, мэрэва, здравствуйте. Дорогие гости, еще раз здравствуйте, привет из солнечного Алании всем. Да. Добро пожаловать в магазин Стефани. У нас конец сезона. Да, уже у нас конец сезона. Уже 2 месяца осталось. Так, что это значит? Значит, что у вас большие скидки? У нас почти, да, именно сентябрь, октябрь идет, 50% скидки идет, дорогие гости. Да, я хочу вам сказать о нашей компании. Наша компания называется Stephanie Diamond. Дорогие друзья, мы здесь существуем уже 35 лет. 35 лет. Да, 35 лет. У нас есть свои фабрики, это находится в Истамбуле, находится. И магазин здесь, в Алании, у нас тоже есть магазин в Истамбуле. У нас работает с нами 65 человек. 65. Да, мастер, дизайнер. И есть для продажи и менеджер, у нас всякие там многие, 60 человек, 65 человек работают. И также у вас есть представитель в Москве? Конечно, у нас есть представитель в Москве, почему мы открыли? Дорогие гости, у нас есть доставка, об этом хочу вам сказать. Когда люди покупают, вот видите, у нас здесь написано договор о продаже. Угу. Здесь все написано, указано, людям можно платить здесь чуть-чуть. Детали оплаты, да, залог. Да. Ага. Ну, в общем, можно платить как наличкой, так через банк? Через банк можно или дома можно, без проблем. При доставке. При доставке, да. Ага. Они могут оставить здесь чуть залог, остальных деньги можно в Москву можно, или любой город можно. И еще, дорогие гости, очень важно, если у вас есть с собой, возьмите с собой старые изделия, я вам тоже попозже покажу. У нас есть здесь свои мастеры есть. Можем их переплавить, или мы покупаем старые изделия, ваши изделия как лом. Вы можете купить на старые изделия, можно купить новые изделия. Допустим, эти тоже. То есть либо сделать что-то новое, либо вы покупаете и новое изделие предоставляете. Да, и это часто меня люди спрашивают из России, сколько стоит у нас золото, лом. Дорогие гости, мы принимаем лом как бирже стоимость. Всего начинаем где-то стоимость $31. По рублям где-то 2700-2500. За грамм лом мы принимаем. Окей? Так что возьмите, если у вас есть старое золото, дорогие гости, возьмите с собой и здесь можем. Припаять и можем поменять на новые изделия. Давайте сейчас я вам покажу, дорогие гости. У нас здесь много вещей, разнообразные вещи, мужские, женские, детские. Хочу вам показать женские. У нас здесь женские с камнями, без камнями. Основное изделие у нас с камнями 18 карат золота и без камнями 14 карат золота. Давайте пройдем, сейчас я вам покажу, что у нас есть женские. Потом, конечно, мы не забываем, мужские у нас очень много выбор. Я вам сейчас покажу. Да, Настя, я хочу вам показать, у нас, конечно, здесь много вещей. Дорогие гости, у нас здесь вещи, вообще 5000 штук здесь вещи есть. 5000? Да. Это магазин двухэтажный, попозже тоже поднимаемся на второй этаж. Хочу просто показать, вот изделие с бриллиантом, например, это 18 карат золота 750-го проба. Здесь идет багет, и там видите овальный бриллиант. И хочу вам показать тоже, дорогие гости, в этом году модную зимейку. 18 карат золота, розовое золото и белое золото, 750 его пробовал тоже с бриллиантом. Вообще дорожка, вот пятерка, дорогие. Вот это тоже зимейка, смотрите, дорогие гости, из красного золота. Там камень рубин с бриллиантом и эмаль, там черный и белый эмаль идет. Хочу вот вообще, Анастасия, русские в этом году много покупают, дорожка, вот видите, вот пятерка, там дорожка вообще очень красивая. Вот смотрите, вы можете посмотреть. Это бриллианты, вот, это и бриллиант. Белое золото? Да. И сколько стоит такое кольцо? Вот такая дорожка стоит приблизительно, я вам скажу, дорогие гости, там 1 карат бриллиант. 1 карат бриллиант можно. Она где-то стоит 2200 стоит. 2200. Да. Нормальная стоимость она 4400. Как я сказал, 50% скидка, дорогие гости, 2200. Вообще это очень хорошая стоимость. 1 карат. А вот здесь сколько карат? Здесь уже тоже это овальный бриллиант. 1 карат здесь, не 1 карат, 0,52, 0,9. В общем, это стоит 4000 стоит. Потому что здесь огранка другая, видите, овальная огранка. Да. Еще в этом году дорожка брастет, смотрите. Хочу, друзья, показать тоже в этом году очень модная дорожка.
сейчас просто... Но они всегда модные, они да? Всегда они модные, это да, классика, это такая. Классик, всегда возможно. Угу. Просто вот... Ну, на самом деле, они самые такие. Да, ну, прям смотрите. Угу. Да, дорожка. Это тоже белое золото? Белое золото с бриллиантом она. И сколько здесь карат в этом? Она здесь, здесь самый большой бриллиант, здесь она... здесь 7 карат бриллиант общая стоимость. Да, я так и подозреваю. И сколько такой браслет стоит? Она стоит, у нас здесь, да, мы показываем клиентам, не боитесь, дорогие гости, у нас большая скидка, она стоит, да. Она стоит 6 тысяч долларов, она стоит. 6 тысяч долларов, да. Ну, 7 карат. 7 карат она, да. Конечно. И 18 карат золото идет. Это очень красиво. А вот, вот этот вот? А что тоже? Вам показать? Тоже на дорожке, это уже тройка здесь, три. Три, ага. Да. Смотрите, а если, например, страхуются ли такие изделия? Конечно, дорогие гости, я вам всегда рекомендую, когда наши клиенты покупают из России, из другой страны. Наверное, в России есть. Вот кто у нас покупает из Европы, у них идет страховка. Когда они покупают, мы пишем сертификат и будем писать, сколько стоит и может эта страховка в России. Вдруг украдут, вдруг там падают. Например, камень упадет один. Это тоже у нас есть сертификат, можем поставить на 10 лет. Об этом тоже хочу сказать. Друзья, важно, когда вы покупаете изделие, у нас, видишь, Анастасия, каждое изделие у нас свои, имеет свой сертификат. Даем сертификат на 5 лет обмен, а 10 лет ремонт. Что 5 это лет ремонт? Обмен, да, 10 лет ремонт. Потому что каждый год, дорогие гости, мода меняет. Мода в этом году белое золото, а на следующий год будет, мы не знаем пока, красное золото. В этом году змея, в следующем году... Да. Слон. Слон. Да. Посмотрим, всякий дом. Да. Если вам не понравится на следующий год или через 2 года, вас перенесите, пожалуйста, к нам. То же самое стоимость. Можно поменять на другое изделие. У вас такой гарантий, сертификат есть. Потому что у нас наша компания находится под государственным контролем. Да. И здесь хочу вам показать, дорогие гости, не только у нас изделия с бриллиантами, есть без камня тоже из Анастасии. Видите, у нас красное золото, белое золото, желтое золото есть. Разные у нас браслеты есть. Хочу вам показать один из них образец. Видите, там веселка идет. Вот так. В этом году тоже модно очень модно, такие, красиво. Да. Но, видите, она сейчас быстро, сейчас я вам покажу. Браслеты вот. И изделия золотые изделия, там, из разного золота. Разного здесь золота, у нас получается розовое. Желтый и белый. И белый. Трехцветный. И есть, видите, там подвески с разными. Разные сердце, подвески. Полумесяца. Угу. Там есть звезды, есть кубики, есть разные много вещей есть. Смайлик. Да, еще хочу вам показать, не только у нас, я сказал вам, дорогие гости, не могу вам все показать, у нас тоже есть крестик, много часто сыпают тоже русский, видите, у нас крестик есть, подвеска есть, знак зодиак и разнообразные подвески, и крестик тоже есть. Как я вам сказал, здесь Анастасия 5000 штук изделий, так что я показал. Начиная от очень дешевых до серебряных изделий. У нас самый дешевый стоимость, дорогие гости, самые дешевые изделия 50 долларов. Начинает уже там нет без ограничений. Можно идти у нас изделие 50 долларов, можно идти изделие 50 тысяч долларов. Да. Это тоже покажу, у нас здесь второй этаж, я мог вам показать. И вот эти вот тоже очень интересные. Вот это интересно, дорогие гости, дорогие друзья, сережка, вот это здесь очень хорошо английская застежка. Вот вообще мы в этом году много тоже продали. Здесь овальный бриллиант. Видите, здесь тоже бриллиант, а внутри тоже бриллиант. И внутри бриллиант? Да. Да, вот. И застежка, очень надежная застежка, вот английская застежка, раз, и все очень практично. Да? Это солнце модель, тоже белое золото. И мы всегда обращаем внимание, дорогие гости, застежка, потому что застежка очень важна. Мы делаем очень хорошо застежку, чтобы вы не потеряли изделие. Тоже здесь как клипс, английская застежка, смотрите, очень практично, Анастасия. Раз, и все. Видите, здесь тоже обращаем. Тоже комбинированное золото. Красное золото, белое золото, застежка, друзья, смотрите. Раз, и... Да. И, дорогие гости, в этом году очень модно, много людей покупают султанит. Султанит, да. Очень важно, да. Который свет, хамелеон, свет меняет. Очень интересный камень, очень интересный камень, да. Хочу вам показать тоже султанит. Изделия из султанита очень красивые, поэтому присмотритесь. Они недорогие, да? Недорогие, конечно. Это добывают в Турцию, добывают, у нас добывают. Султанит. Султанит. Камень султан. Как есть у нас, гурляем султан, султанит. Это означает, это как турецкий символ, турецкий, что-то есть азиатский. Вот, дорогие друзья, я вам сказал камень султанит. Смотрите, Анастасия, это камень султанит. Да. Это золото? Это золото, 14 карат золото, 585-го проба. Это султанит, который свет меняет. Я вам тоже попозже покажу, как она свет меняет и где свет меняет. В помещении он такой цвет шампанского. Шампанского становится.
можно там зеленый становится, там коричневый, всяк. Там да. Местоположение зависит от под солнце, под луна, на улице. Зависит от света, зависит, становится совсем другой свет. И в этом году тоже у нас модный дорогой гости. И она недорогой. Почему? Потому что сутан добывать в Турцию. Такое колечко изделие 14 карат золота. Я вам скажу прямо. 14 карат это 585-я проба. Да, 585-я проба. Это универсальная, это весь одинаково. Это стоит 210 долларов вот такой кольцо с сутан этим. Видите, дорогие гости. А, его можно, набор можно. У нас есть браслет есть. Такой браслет можно. Не только у нас колечко, браслет можно. Сережка есть, подвески есть. Видите, здесь много всяких, много разных подвесок есть. Ну, у вас очень много изделий, да. Да, у нас, я вам сказал, здесь больше, чем 5000 изделий есть. Есть как золото, так и серебро сутанит. Да, серебро да? тоже сутанит. Здесь бывает серебро и золото. А вот это вот белые камни, это фианиты? Там фианиты, можно даже. Такой бриллиант тоже у нас браслет. Здесь. Это не сутан, это просто фианиты. Это золото дорожка. С фианитом? Да, это а дорожка. Сколько стоит такой? Вот, эта например... дорожка стоит, например, тоже с фианитом. Анжелика, она стоит... 490 долларов она стоит. 490 долларов. Да. Вот тоже, кто у нас, любит у нас, такие. Смотрите, у нас изделия не дорогие идут, потому что у нас есть свои фабрики, мы называем цена заводской стоимостью, фабрической стоимостью называем. Мы называем, у нас не первая рука, сколько в фабрике, мы добавим, конечно, чуть-чуть прибыль и продаем. Да. Ну и, конечно же, вы можете делать изделия на заказ, да? Конечно, мы любой заказ принимаем. Если, если у вас есть какие-то свои эскизы, желание сделать что-то, вы можете можно, это нарисовать, конечно, конечно. И мастер все сделает. Я люблю. У нас сейчас я вам тоже покажу, у нас есть мастера. И я вам еще хочу сказать, дорогие друзья, если у вас есть старые изделия, зачем вы держите на руках старые? Возьмите с собой и можем его приплавить и можем дать новые изделия. Пойдем, сейчас я вам покажу, у нас мастер и что у нас... Как он работает, что у нас работает, хочу вам показать. Да, друзья, как я вам сказал, сейчас хочу вам показать наш ателье. Видите, наш мастер здесь, уже много заказов принимали. Мы сейчас вам покажем, как плавить золотом, и от старого золота можем делать новые изделия. Видите, уже мы заказ принимали, уже сделали новые вещи. Здесь, Анастасия, видишь, много у нас заказ, и можно появить. И, видите, у нас есть много вещей старого золота, вот смотри, видишь, как много старого золота. И уже появились, от этого можно дать новые изделия. Окей, сейчас будем... Здесь, дорогие гости, не только старый золото, если у вас есть с собой изделие, возьмите, можно дать тоже почистить. У нас здесь все аппараты есть, чтобы почистить. Или можно дать, если у вас есть старый золото или сломанное золото, возьмите с собой, тоже можно дать ремонт бесплатно из нашего компании, дорогие гости. Сейчас вы увидите, как будем плавить золото, старый золото. От этого, она сейчас есть аппарат у нас, можно дать... Любой вещь, любой заказ. Вот сейчас плавим изделие. И сейчас покажем вам. Сейчас посмотрим, как он плавит изделие. Вот она совсем. Видишь, уже у нас готово. Да, дорогие гости, как вы увидите, уже золото здесь готово. Старое золото, плавили его, уже от этого можно делать новые изделия. Вот, дорогие гости, сейчас мы вам покажем, как он работает из старого золота, будем делать новые. Смотрите, Анастасия. Да, вот уже здесь можно, дорогие гости, уже от этого изделия, сейчас увидите, прошу вас, Анастасия. Вот уже от этого можно взять любую вещь, колечки, цепочка, браслет, всякие, да. Это чисто ручная работа. И, дорогие гости, как я вам сказал, у нас здесь тоже много есть аппаратов, чтобы почистить, смотря. Здесь, когда возьмите ваше старое золотое изделие, вот здесь можно почистить. Видите, здесь у нас есть аппарат, и можно здесь почистить. И здесь... Да. Вот смотри, после чистота мусор добавляем. И здесь уже можно. Все, уже последний. Я вам, дорогие гости, показал то, что у нас как идет работа. Если будет вопрос, пожалуйста, всегда в любое время. Мне пишите, у нас есть там WhatsApp и адрес будет. И если вопрос, у вас на голову, пожалуйста, пишите. Сейчас Анастасия, поднимемся на второй этаж, где у нас много женские вещи и мужские вещи, мужские изделия. Как я вам сказал, дорогие гости, это магазин не одноэтажный, это двухэтажный большой магазин.
очень большой выбор, пока продолжаем на второй этаж, и там, дорогие гости, увидите изделия с бриллиантом из мусульманского золота. Так что, женщины и мужчины, дорогие гости, у нас в этом году тоже большая скидка. Обязательно приходите. И хочу вам сказать, у нас Анастасия, как юбилей в этом году, каждый клиент мы вам даем подарок, попозже тоже покажу, подвеска и цепочка. Покупаете, не покупаете, неважно. Дорогие гости, приходите и получите ваши подарки. Дорогие гости, как я вам сказал, в этом году у нас юбилей уже нашей компании, 35 лет. Мы даем в этом году всем нашим клиентам подарок. Что это такое подарок? Хочу вам показать. Видите, как здесь тоник, цепочка, и здесь подвеска сердца. И там камни есть. Можем поставить камень по гороскопу. Кто знает зодиак Водолей, Овен или Стрелец? Кто знает зодиак по камню, можем поставить сапфир, рубин или бриллиант. А здесь у нас есть тоже у нас второй этаж, здесь идут уже все основном изделия с бриллиантом, с сапфиром. И драгоценными камнями. Да, это уже зал полностью, дорогие гости. Изделия с камнями. Да, дорогие гости, как я вам сказал, уже мы находимся сейчас на второй этаж. У нас на второй этаж, как я вам сказал, есть разнообразные вещи. Хочу вам показать, смотрите, изумруд, это Анастасия тоже. Изумруд, да. 18 карат золота, 750 проба. Прямо изумруд, и вокруг там бриллиант. И то же самое сафир у нас, дорогие гости, синий камень, и вокруг тоже бриллиант. И это рубин, Анастасия, вот смотрите. И да, я вам покажу сейчас несколько штук, но не все не могу показать. Здесь, как я вам сказал, выбор очень большой, штук, очень да, большой, да. Хочу вам показать, в этом году модно тоже светлый бриллиант, синий бриллиант, дорогие гости. Светлый такой, прям светлый-светлый. Вот, видите, синий бриллиант здесь, вот видно сразу, как звезда. И хочу вам показать тоже черный бриллиант, смотрите, черный бриллиант и бриллиант. Тоже в этом году модно, даже они всегда модно, всегда мы продаем. Русские всегда обращают внимание на это эти вот изделия. Это вот такие прям и белые с черным, да? Да, белые с черным. А вот это очень красивое изделие. Да, и есть тоже здесь цветные. А вот это очень необычное. Необычное изделие. Да, смотри, кольцо, здесь вокруг бриллиант и изумруд. Вот. Бриллиант и так вот он. У нас здесь много вещей, необычные вещи есть, есть обычные вещи есть. В разных вкусах у нас здесь много изделий есть. Вы можете найти, дорогие гости. Я 100% уверен, люди к нам приходят, они после руками не уходят. И покупают в разных вкусах у нас здесь изделия. Ну, у вас интересно, потому что у вас от классических до супер вот таких вот. До суперские это современные изделия. Да, да. Должен быть, потому что люди бывают разные, клиенты разные. Эджевит, вот здесь у вас тоже такие интересные есть изделия, например, вот эти вот запонки, да? Это, наверное, да. Они, наверное, были точно на заказ сделаны? Точно на заказ сделаны. Да? Ну, я, дорогие, у нас клиенты, все у нас здесь бизнесмены есть, там врачи, докторы есть, у нас есть политиканты, есть много клиентов. И нам заказали русский флаг, видите здесь? Рубин, сафир и бриллиант. 18 карат золота, то есть 750 проба. Вот, друзья, это запонки. Мы тоже в этом году такой несколько штук продавали, дорогие гости. И есть тоже камень с ониксом. Анастасия вообще в этом году тоже оникс. Оникс, оникс очень популярный камень. Да. И, дорогие гости, у нас уже скоро Новый год. Дорогие гости, немного осталось, мало осталось. Так что... Надо заготовиться заранее, надо да? готовиться заранее. Еще, а вот это гибкий браслет, очень... Надюш, дай, пожалуйста. Вот видите, друзья, здесь очень популярный, очень спортивный, можно носить на любой, вот. Спортивный. А, но они такие, да. Вот, да. Гибкие. Гибкие такие. Смотрите. Она тоже, я вам сказал, у нас много вещей есть. Даже у нас здесь Лондон топаз, дорогие гости, видите, как у нас вещи есть. Топаз тоже много русских спрашивают, топаз. Вообще, у меня в этом году мой фаворит. А вот этот вот, нет, вот сначала вот этот. Здесь сколько карат? Здесь бриллианты. Андрей, общий бриллиант, здесь, хочу сказать, общий бриллиант, здесь 3 карат бриллиант. 3 общий карат. Здесь. А вся, вот этот да. самый большой сколько? 1 карат там, есть? Там нет, там не 1 карат, там с маленьким бриллиантом. Ну так она выглядит, большой выглядит. Она недорого, она стоит где-то стоимость 3200 у меня тоже в этом году фаворит, это модель называется Лопес. Видите, здесь работа очень тонкая работа, и здесь бриллиант общий, хочу сказать, 8 карат бриллиант. 8 карат. Здесь очень, в этом году тоже много вещей продали Лопес. Смотрите, дорогие гости, вообще вещь, да. Очень интересно. Очень интересная работа, очень красивая. Да. Вот она, кстати, тоже сказать, тоже здесь, дорогие гости, большой бриллиант, дорожка. И край здесь идет бриллиант, тоже изящная вещь, смотрите. Очень красиво. Вещь, да. И похожий тоже похожий здесь. Похожий тоже, с одним камнем уже. Вот, смотрите. Здесь тоже один камень.
И, Джавид, вы еще говорили про гарантию и гарантийные сертификаты на бриллианты. Анастасия, хочу сказать, дорогие гости, как я вам сказал, у нас каждый изделие имеет сертификат, свои гарантии сертификат. Вот, например, когда вы покупаете эти колечки, здесь написано 5 лет ремонт, 10 лет обмен. Если это кольцо вам не понравится, вы можете поменять на любое изделие. На 10 лет. Вдруг это жизнь. Все бывает. Это судьба, это жизнь. Если, дорогие гости, камень падает, что-то сломается, мы можем дать вам ремонт 10 лет бесплатно. Окей, друзья? Это здесь тоже все указано, все здесь написано. Мы вам даем гарантию, сертификат. Потому что мы должны, дорогие гости, наша компания находится под государственным контролем. Хорошо? Доставка есть. И, дорогие гости, для вас тоже очень полезны. У нас есть тоже доставка free pickup service. Если, дорогие гости, в Турцию, когда вы приезжаете в любой регион, в любое место, Кемер, Анталия, Белек, Сиде, Махмутлар, даже Истанбул, пожалуйста, обращайте нам внимание, у меня там телефон написано, и у нас есть бесплатный сервис. Когда вы меня только, пожалуйста, поднимите трубку и скажете «Алло», и мы берем, где вы находитесь. Приезжаем, и вас забираем. И для вас это сервис. Любой город. Нам позвоните. Наша компания работает утром с 9 вечером до 11. В любое время можете позвонить. И мы вас забираем обратно после шопинг, мы отвезем вас обратно домой спокойно. А из Москвы забираете? Из Москвы тоже забираем. У нас действительно так только у нас дорогие гости. Каждый год есть розыгрыш. У нас очень много клиентов покупают больше, чем 5000 долларов. Кто покупает 5000 долларов больше? Мы им делаем в конце сезона, где Рождество, мы делаем розыгрыш. Из нашего клиента мы приглашаем в Турцию, из нашего компании, мы им подарим путевку. Путевка. Кто покупает больше, чем 5000 долларов. И вдруг у вас будет, конечно, сюрприз будет для Рождества. Да. Все? Я надеюсь, что в этом видео вы узнали еще больше интересного о золоте, о различных камнях и так далее. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, пишите напрямую Эджевиту, его телефон в описании к этому видео. Все вопросы. Поэтому добро пожаловать в компанию Stephanie Diamond. Да. Когда вы в Алании, или вы любой в Турции, или вы в России, пишите, и на любые вопросы вам ответят. Да. Всем спасибо, что смотрели. Добро пожаловать в Аланию, в Турцию, в компанию Stephanie Diamond. Да. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. До встречи. До свидания. До свидания.